Всем привет! Меня зовут Светлана, я из Ростова-на-Дону. Вот этот пляж потрясающий. Я именно так себе пляжи и представляла, дикие, без этих пирсов ужасных, без народа, без шезлонгов. Именно такой диковатый пляж в стиле баунти. Еще раз повторюсь, мне понравился парк ботанический. И мне бы хотелось побольше побыть в Яле. Ой, господи, в Эле. Так как там много трекингов, как я поняла, и своя какая-то горная атмосфера, не похожая, наверное, на пляжную сторону Шри-Ланки. Но отели для уровня Шри-Ланки были самые хорошие, самые шикарные. Видовые, классные, молодцы выбирали там с видом на слонов, с видом на водопад, с видом на горы как раз-таки. То есть в этом плане молодцы, заморочились. Самое больше понравилось. Ну, я вообще люблю водопады. Наверное, где водопад? То есть мы утром открывали балкон, видели водопад. Я сушила волосы и в зеркало видела водопад. Я думаю, стоит своих денег. И на уровне они, я думаю, не дешевые. Завтраки, ужины включены были, трансфера много. Много поездили, очень много. Очень много бензина истратили. Она порекомендовала, да. Да, в принципе, как почему тебе наша нет? Компания? Молодцы. Хорошие, позитивные ребята.